Бумажки, цветы сложные и непонятные, но здесь не самые сложные. Пишем. За один сеанс. Да, да. Значит, голубильцами избавиться от белого. Да. Давай. Угу. Хорошо. Когда вот это вот сделаешь, возьмешь... Ну, может, тряпочку уже возьмешь более фигушкой, да. Возьмешь коричневости, возьмешь красноты, желтоты. И вот такой дым начнешь вгонять, помогая где надо, и вот этим инструментиком. Полетел? Да. Давай так. Значит, на пальчик возьмешь вещество. А, ты уже и взяла на палец, да? Отлично. И немножечко глубокие места подпустишь, да. Подпустишь. И мастихином первый вклад вот в эти полосы сделаешь. Вот они. Первый вклад. Сначала вот такие семечки мастихином, потом уложишь их густятинкой. Хорошо? Не торопись сразу густить. Намеки на цветочки понашвыряешь вот таким образом. То есть немножко вещества не хватает, да? То есть вот так здесь добавишь немножко и здесь, чтобы вырезание давало все-таки какой-то следочек. Потом будешь брать, например, кисть. И сначала цельность пятна наберешь. Не отдельно каждый цветочек будешь рисовать, а сначала цельность пятна одного. Цельность пятна другого. Да, тихонько. Цельность пятна третьего. И уже после этого тоненькой кистью, где остаются первые наши звуки, да, дополняя содержанием, начнешь укладывать. Причем не втыкайся сразу в какой-то один цветок, сразу немножечко везде, везде, везде. Хорошо? Да, но сейчас они вот эти вот мутные. Вот это вот мутные мы в любой момент можем сделать мутными. Слишком островками. То есть все-таки некоторую соединенность пятен осуществить. Смотри, я их чуть-чуть собираю между собой. Уж очень они отдельно. То есть у меня как бы полутон появляется, то есть теневой цвет. И очень некрасиво звучат вот такие царапки. Значит, забьешь эти царапки и сделаешь их лежачим мастихином, лежачим лезвием. Тогда они и круглятся, и благороднятся. Хорошо? Да. А вот эта царапина портит весь вид. Корзиночку. Возьмешь рыжуню, положишь ее вот так. Да, несмотря на все царапочки. Царапочки были для настроения. Следочек одной полосы, следочек следующей полосы, следочек следующей полосы, следующей. Прям так откровенно рыжу, да? Угу. А потом уже догонишься мазочечками более густенькими, которые чуть-чуть впишутся в эту густятину. Хорошо? То есть, чтобы она стала вещественной. Значит, пособирать между собой основные пятна, поуничтожать вот эту. Что касается зелененьких лепестоников, возьмешь зеленцу, ну, скажем, желтый бирюза, и чуть-чуть лежачей кистью что-то помигаешь. Вот такое. Вот такое. У ромашек простецкие лепесточки. Вот такого характера лепесточки у них. Вот если ствол, то вот такой характер лепестоников.
Да. Поэтому вот они, вот они. Вот они. Вот они. Вот такие, вот они. Лежачая кисть, посмотри, она сама рисует. Такое рывковое движение, и они у нас, вот они. Вот они, моментально. Слушайте, окно никто не хочет? Как все нормальные дети, светлый положила белым. Штука рыжая, и соответственно... И свет на ней рыж. Рыж. Посмотри, как ему хорошо быть рыжим. Он сразу стал светом. А это серятина и грязнятина. Поэтому еще раз уложишь сначала кистью теневые. Ну и не съедай теневые вот я этих мест. Я их уже выкидала заново. Видите, все съела. Можешь теневые места вот так еще разбить. Вот так разбить. Мутату эту подбросить. Может еще? Ну, как-то немного, да? Теневые места не любят густую краску. Соблюдаем это правило. Раздавливай. Навязывай, раздавливая. Хорошо? Да. Так. В целом красиво, но вот эта вот белизна здесь. И я видел, как ты это делала. Ты делала это вот так. Смотри, как бы это делал художник. Все-таки лежачей кистью, хорошо? Да. Не надо вот эту вот борозду, откровенную борозду мазка. Пусть это будет непонятный следок. Следочечек. Намечечек. Да. Чирчечек. Чем откровенная семечка. Так. Ну, сначала положишь вещества рыжего, да. А потом сверху. Ага. Это твои, да? Да. Нормальные. Нормальные ребятки. Но есть и бледные. Но есть и бледные. Бледные есть. Лепесточечки. Их тоже приподсунуть. Вот они, вот такие. Нет, не видно, что ты боялась. Нормально. Здесь ты точно не боялась вообще. Это было совершенно различимо. Опять же, можно накидать, чуть-чуть адаптировать в пространство. Чуть адаптировать в пространство. Ну... Значит, смотри еще раз. Теневые. Теневые. Раздавленная краска. А, то есть белый может быть так, да? Ну. Да. А световые? Ну, вот здесь уже как раз тот мазок, который ты делала. Но лучше сначала понашвыряй в разных местах. Ромашки коварные цветочки. Нет, не в кропотливости дело. Кажется, что такое нарисовать ромашку? Каждый ребенок может. Но вот именно ромашку-то трудно нарисовать. Значит, учитывая то, что основная масса ромашек смотрит не в нас, а вот так. И у них коротковатые следочки эти и длинноватые. То есть они тарелочками, да, такими. Да. Вот эти тарелочки понашвырять в первую очередь. Именно тарелочки, тарелочки, а не растопырки. Давай, рисовал художник. Да. Ну вот этот кусок, все нормально, художник из Третьяковки, все как полагается. Я даже не знаю, что тебе сказать. Вот этому белому, по-моему, здесь делать нечего, да? Вот нет, хорошая корзина, хорошая. Вполне съедобная. А тут ромашки, грусть. А, хорошо, она потом хорошо, хорошо. Ага. Может быть, не хватает акцентика светлого чуть-чуть. Вот в этом месте. То есть,
какое-то место самое выпуклое для света, и он его выделил. Вот это место, допустим, самое выпуклое. И ты туда тоже понапихала светлотиков. Усилила светлотики вот в этом месте. Распадаются, но здесь самое активное. Но вначале, конечно, лучше такие вещи общо положить. Прямо общо положить. А потом уточнить. Вот здесь вот этот бортик хочет быть активнее. А потом уже на это начать укладывать. Потом укладывать более активнее. Потому что иначе они слишком, ребра их слишком торчат. А так, когда они садятся на более светлые, потому что, будучи более светлыми, они рефлексируют, дают рефлексы на соседние теневые, поэтому там все немножко не так темно. И вот чуть-чуть вот это. Ну, тут что-то есть. Эти намеки. То есть кругловатость этого, выпуклость этого места. Эти червячки, наверное, еще выше. Да прикольные червячки. У него там гораздо менее интересно, чем у тебя сейчас. Давай. Очень хороший кусок. Давай в том же духе. В том же духе, в том же духе. А все-таки те дальние потише. А эти погромче. Значит, создать условия для белого, поскольку ты практически перешла только на белые, создать для него условия. Потому что ты ютишься по краям. Сполоснуть кисть. Одно движение вытерла. Два движения вытерла. Одно-два, вытерла. Хорошо? Да. С вытиранием. Вот, хотелось бы, конечно, немножко рябь эту сбить, чтобы мутота появилась. Потому что именно на фоне мутоты прозвучат жесткости вот эти. Ты согласна? Да. Потому что когда они уже начали друг друга вот это вот... Хотя тоже в этом есть ромашечный характер, вот, но все-таки где-то мутоту, чтобы на ней, на мутном, начало звучание передних лепестков. Лежачие, прям показать, ямашки, прямо лежаченькие. И немножко начать им раздавать вот эти середины. Потому что без них, конечно, ну да, чего они там такие зелененькие, там с легкой рыжинкой. Ну, в общем, все нормально. Центрально какое-то вообще мясо, нет? Сделайте пару цветочков, чтобы... Сейчас. Например, можно вот так. Потом уже, чтобы брали внимание. То есть, видишь, я мутнятинку подготовил.
а за ними мутновато темнит. И тень упавшая, и мгла этого глубокого пятна, что тоже дает. Вот это, смотри, заслоненное этими. Такой внятный полутон, внятная разница. Не в 500 полутонов, один тон, второй тон, третий тон. Да? То есть вот этот элемент, он повторяется несколько раз. Красивый. То же самое. Сначала создать мутное рыжее пятно. Рыжее мутное. Можно вот так мастихин чичичком. Заслонить полутоном белого полутона, а потом заслонить еще и белизной чистой. Здесь хорошо, да, вполне хорошо, и вещества достаточно. Нет некоторой соединенности с краями. Вот может быть чуть-чуть, подождите, очень часто с краем соединяют изображение. И немножечко на эту мутность рисунка. Немножечко. Вот такое что-то. Вон там. Мигает. Правда? Да. Давайте. Готово, да? Все равно. Можно. Что мы рядом с ней стояли. Нет, мастер никак не дает подойти к своей работе. Ну, никак. Это ее еще тут ездила. Сюда немножко. Я надеюсь, что ее выложено. Ну и здесь, в принципе, могло бы быть так. Хотя тоже вот поменьше круглости. Вот всегда вкуснее, когда будет вот так. Вот вдруг выход какого-то лепесточечка сюда, еще какого-то. То есть, чтобы это была не кругленькая форма. А заметьте, и Правда, так уже чуть прикольнее. И здесь тоже, вот все-таки не удержалась, как все девочки, в опрятное привела. Нужен неопрятный был силуэт. Ого. Вот пусть они там исчезают чуть-чуть. Чтобы не было кругляшка. Кругляшок, ну, самое простецкое из решений. Да? Вот пусть зигзаг, пусть уходит. Тоже, посмотри, ну прямо хоть циркулем обойди, да? А ведь, ну вот чуть-чуть бы выторчать там, и уже интереснее. Они же всегда растрепки, а тем более, что здесь и повод к растрепке, да? Ну, такая-то растрепочка. Ну, в целом, конечно, идеально. Отлично. Вот здесь давай.